красивые глаза. Астафьева показала обнаженную грудь. Откровенный снимок певицы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Одни восхищаются грудью звезды, другие говорят о пластической хирургии. Украинская певица Даша Астафьева, славящаяся своей любовью к откровенным образам, снялась в прозрачном платье. Плотно обтягивающая ткань продемонстрировал полностью обнаженную грудь. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом фото Астафьева одета в обтягивающее платье из прозрачной ткани. Таким образом, звезда выставила на показ свою обнаженную грудь. В комментариях к снимку певица написала, что соглашается только на те съемки, идея которых ее цепляет. Пользователи оценили снимок Астафьевой более чем 41 тысячи лайков и множеством комплиментов. Поступили предложения принять певицу за эталон красоты, а также любоваться снимком вечно. Но были и такие, кто написал, что глаза певицы не настоящие, и спросили, чем Астафьева накачала свою грудь. Ранее Астафьева снялась полуобнаженной в рекламе духов. Также корреспондент сообщал о том, что Даша Астафьева выпустила новый клип «Зима». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.